До 60 минут нормально играли, но тоже все время обороняться тяжело, особенно в конце, потому что нагрузка, давление было такое приличное. Вот. Единственная проблема, что впереди вот так как бы мало цепляли за мяч, чтобы немножко передохнули. А так, ну, ребят, вопросов нет. Перестроение, взаимостраховка, все это, о чем мы говорили, все это было. После этой игры, ну, осталось 6 игр, я так скажу, как многие тренеры, какая-то заезженная фраза уже, от игры к игре идем. Мы смотрим только не в дальнейшем, а ставим задачи. Следующая, последующая игра, на каждую игру последующую. Илья, когда отбивал за штрафной, он отбил пал в сторону, отбил ближе к центру. Была ошибка, что он отбил не в сторону, не вот ворота. Ну, во-первых, этот момент так не видел Славки, потому что надо посмотреть. А во-вторых, мы все знаем, что Еременко хороший удар. Вот, мне показалось, что он немножко со свалом был. Вот. И во-вторых, там много было игроков. Гиля все, что сделал. Что смог, то и сделал. Да, Артем. Как почему с крыльями не получилось играть дальше? Как начали сегодня против ЦСКА, пока не получается в каждом матче, показывает такую активность? Или 50 соперников? Ну, а соперник в этом плане с ЦСКА лучше играет, потому что там Самара, крылья по 7-8 человек сзади оборонялись. Поэтому нам пока с такими командами хорошими, как ЦСКА, играть получше. Получается. И настрой. Ну, хотя настрой из Самары был. Просто мы уж там с ребятами разговаривал. И поле там тяжеловато было. Все-таки поле, первая игра. Хенц. Нормально. Цеплялся. А? Ну да, но все равно, скажу так, изголю. Есть чем прибавлять. Вот. Будем над этим работать, время есть. Что, как бы, и не давно в команде, и не мало в команде, как бы вот так скажу. Ну, есть над чем работать. А наше желание огромное, старается. Задатки есть.